То есть буквально ты сейчас потратил 5 минут, и ты заработал порядка 10, а то и 12 рублей. Например, поставить лайк, тебе за это вознаграждение дали. Ты можешь выйти на заработок 500 тысяч рублей в день. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как легко и просто начать зарабатывать в интернете без каких-либо вложений. Интересно, присаживайся поудобней, я начинаю. Но для начала поставь лайкусик, соберем 1000 таких, и я буду продолжать эту рубрику. Поехали. Чаще всего в интернете меня спрашивают три вопроса. Это откуда у тебя дорогие скины? Второе, это как ты зарабатываешь деньги? Третье, как мне можно заработать деньги без вложений, без опыта, без всего? Сегодня отвечу на твой вопрос, но немножко пройдемся по моей истории. С чего я лично начинал, когда хотел заработать деньги в интернете? Первое, куда я пришел, это буксы. Что такое буксы? Это сайт, в котором люди готовы тебе платить за те или иные действия. Например, поставить лайк, тебе за это вознаграждение дали. Там подписаться на группу, тебе за это вознаграждение дали. В среднем я зарабатывал в час порядка 100-150 рублей. Но это приблизительная цена, потому что иногда за один лайк ты можешь получить 10 центов, а иногда за другой лайк ты получишь примерно 1 цент, а то и вообще не получишь, потому что могут отменить. Там надо следить за заданиями. В принципе, это все мы сегодня пройдем и покажем. И напоминаю, если мы собираем тут 1000 лайков, я буду знать об этом, я буду продолжать рубрику, я расскажу тебе целую кучу всего, как действительно ты можешь выйти на заработок 500 тысяч рублей в день, не выходя на работу, а это в среднем в месяц будет получаться порядка 30. Сразу хочу сказать, это никакая не реклама, никто мне не платил, чтобы я рассказал об этом сайте. Просто этот сайт действительно помогает заработать. Лично я тут получаю за час примерно 100-150 рублей. Расскажу в подробностях что, чего и как, но сначала зайду в аккаунт. Итак, сайт называется SEO Sprint. Охренительный сайт, быстрые выплаты, просто минимальные комиссии. 1% на Kiwi, вы что, гоните что ли? Я нигде такого не видел, это очень круто. Ну и вдобавок, минимальный порог вывода это 20 центов. 20 центов ты можешь заработать буквально вот за 10 минут. Серьезно тебе говорю, через 10 минут у тебя уже будет 20 центов. Лично тебе говорю, гарантирую. Ради интереса давай смотри, что сделаем. Зайдем в задание, наберем вот минимальная выплата такая, YouTube и так далее. И посмотри. 7 центов вступить в группу. Ты вступаешь в группу, получаешь 7 центов. 7 центов порядка 5 рублей. Вообще нормально. Дальше смотрим. Посмотри 3 видео за 9 центов. 9 центов это 7 рублей. Ты посмотрел 3 видео, получил 7 центов. Ну давай сначала пройдемся по всем вообще, что тут есть на этом сайте. Итак, серфинг. Здесь ты просто заходишь, нажимаешь «Приступить к просмотру», и вот снизу, там вот сзади меня, где-то с какой стороны, с этой, видишь, таймер идет. Ждем немного времени, параллельно ты можешь смотреть какое-то кино. Смотришь в итоге, когда доходит до конца, и получаешь свои денежки. Ну, давай, родная, давай мне сюда деньги. Окей, все, замечательно, денежки пришли на счет. Квесты примерно то же самое, что и серфинг, тоже по лайту все, но тут немножко сложновато. Тут надо посмотреть внимательно, что тебе предисловие квесту говорят, что тебе нужно сделать. После чего выполнить действие, допустим, ответить на вопрос здесь, здесь, здесь и все. После чего ты получаешь свои деньги. Иногда, кстати, там бывает не так отвечаешь и все, и деньги отлетают. Поэтому квест вообще лучше не смотрите, не парьтесь, не тратьте свое время. Здесь самое важное, ребят, вот здесь в заданиях, это самая золотая жила, где ты можешь зарабатывать. Первое, ты должен определиться, где ты будешь зарабатывать. Регистрироваться на сайтах, либо ставить лайки ВКонтакте и так далее. Лично у меня видели, какие фильтры стояли. Я делаю так, я делаю 5 центов, минималку ставлю, после чего выбираю самое распространенное, это YouTube, Instagram, ВКонтакте и Telegram. Применить. После того, когда фильтры определились, тут сразу показывается, сколько ты получишь за это задание, какой рейтинг задания, сколько людей выполнило это задание, сколько не выполнило и на какой вообще платформе ты это будешь делать и что нужно сделать. На примере вот смотри, вступить в группы, 108 человек уже исполнило это. Что нужно будет сделать? Просто вступить в парочку групп, вот тут написано, что нужно сделать, и все. Идеально 7 центов, это 5 рублей, тебе прилетает на счет. И также, к примеру, посмотрите 3 видео за 9 центов. 9 центов это сколько? 7 рублей. То есть буквально ты сейчас потратил 5 минут, и ты заработал порядка 10, а то и 12 рублей за 5 минут. Через час ты заработаешь 100-150 рублей. Я считаю, это охренительное времяпрепровождение за компом, когда параллельно у тебя стоит какой-нибудь сериальчик. То ты можешь заработать еще и денежек. Я считаю, это очень годно, попробуй в этом. Это первые этапы твоего становления заработка в интернете. Пробуй, дружище, обязательно попробуй. И, возможно, рано или поздно ты скажешь мне, дружище, я начинал с этого. Конечно, это да, это не сравнится с тем, к чему я пришел, но это было первыми этапами заработка в интернете. Поэтому, дружище, давай, обязательно лайкусик, подписочка.
Ну, если тебе дальше интересны такие видео, говорю, 1000 лайков, и я продолжаю. Вот я тебе рассказал, как на первых порах можно легко и просто начать зарабатывать первые деньги в интернете. Да, ты будешь тратить изначально много времени, но при этом тоже какая-то копеечка будет лететь тебе на счет. Попробуй это. Давай напиши мне в комментариях, сколько ты заработал на таком сайте, и интересно ли тебе продолжение. Я буду ждать тебя. Все. А также посмотри вот это годное видео. Там про Counter-Strike, кстати.